Мирными на детей, короче. Сейчас Меня плохо. слышно? Сейчас, подождите. Вот сейчас видно вас. А слышно хорошо? Да. Я хотел спросить, а у вас в Потеряевке остались еще трехтомник «Новый Завет»? Не понял, повторите. Толкование на «Новый Завет». Но? Есть еще? Есть. Там Марина Христенко, я ей деньги передам, и когда она будет у вас в Потеряевке, вы могли бы мне оставить? Могу. Все, хорошо, я тогда ей сегодня скину деньги. А вы сколько ей дали деньги на дорогу? Ну, я ей дам 3000 гривен, это по рублях 7000 рублей. Ну, хорошо. Все, она скажет, я ей дам. Спаси Христос. Да. Во славу Божию. Угу. До свидания. У вас больше ничего нету? Не, я только про книги. Ну, слава Богу. По делу только читайте, внимайте, потому что там полное толкование всего. Никуда не шага в сторону. Нам ереси не нужны. Нужна святая православная вера. Как святые отцы истолковали. Держись за это. Это родное, близкое, от апостольских времен все идет. Ну, с Богом. Все, спаси Христос. Аллилуйя, молодец.